Черт, как это, блядь, 18. Маловато. Еще есть инсайдовая инфа, что их очень сильно ебнули за лайтовый контент. Где? Стоять АФК на первом боссе и бежать по кругу на втором? Не, не за БТ, а в целом, как бы. Я так скажу, блядь, с точки зрения чистого игрока, который не лезет в код, босс изичный. Чисто с кодовой хуйни. Босс интересный, первый, по крайней мере. Ну, типа для хилов и все такое, с увеличением количества. Чем, короче, ниже хп, тем ебанутым становится. Ну, так, короче, да, датчика и мечников хуйня. Всей команде разработчиков немножечко по самые гланды напихали за то, что, ну, как бы они нихуя не делают, типа. Ну, по факту, да, блять. Паша, они только летом начали это делать. Угу. Сука, только летом, вообще. Как бы они еще делали в декабре, потому что то, что я впихал, то там было декабрьский. Но, блядь, они то, что сейчас используют, они используют наработки летние, блядь. Пиздец. Ну вот. Ну, их пропиздили прям хорошо. Там, правда, начиналась тема эта вся с X5. Ну, это по факту, блядь. Как бы, я понимаю, типа, ну, отдых и все остальное, блядь. Все разъебали по всем направлением, то есть и по X2, то что вот эта разработка мертвая. Ну, бля, по X2 самая больная тема. По другим еще, типа, ты просто берешь Ctrl-C, Ctrl-V. Но по X2 это пиздец. Там... Если это реально все делает один дизурон, это заявляемый металлом. Это он на Ripage заходил, рассказал много всего интересного. Че, лоялка дает о себе знать? М? Лоялка? Не лоялка. Ну, помимо лоялки, он же там еще как бы, ну, напрямую нормально общается. Не, ну это ожидаемо, потому что если мне кто не даст пизды, это еще хуже будет. Типа что они там нет? Что-то делают. Я хуй знаю, что они там делают. Какой-то контент. Не буду спойлерить. Ну, их по прямым текстам разъебали за то, что как бы они обещали, что, ну, будет типа сложные инсты, сложный контент. Нет, сложного вообще ничего нет. А по факту лепят хуйню, которая, ну, там, быстро закрывается и людям надоедает. Вот. То есть вот за это их там очень жестко прессовали. Ну, для X5 там своя тема. Есть. Тоже на коленочке пишется. Ну, походу, дело и по БТ так же. Нет, типа, у них есть либо до 20 числа, либо 100% больше, ну, в следующем году они выпустят. Типа, на Новый год, если они выпустят, не знаю, кем они будут. Суицидниками, блядь. Ну, может, еще хуже становится. Но... Новый год пилить новый контент, да, я думаю, им тоже не в кайф. Так, что, время доставать секретные разработки? Ну, то, что у них не готово 3 босса последних, это пиздец. Типа последних в БТ 3 босса или о чем? Да, у них не готов 7, 8 и 9.
Да, возможно, даже два, так скажу. Потому что есть там кое-какие боссы, и непонятно откуда. А, это я видел. То, что не трогает старый контент, это я видел. Вот, называется свободное от работы время, X-Temp на коленочке лепит. Я вот тоже не понимаю, зачем они лезут в старый контент. Лёха, потому что не осталось ничего, ну типа... Ну, по факту, да, ну, блядь. Изобретают велосипед. ТКТ они нормально не перепишут, скорее всего, там будет какое-нибудь катовское ТКТ. Смотрим. Не ТКТ, вернее, это ЛКТ. ЛКТшка же в Кате, да? Логово Крыла Тьмы, ну да. Не знаю. На фаре она где? В ЛКТ? Ну, нужно делать... Да. Не нужно делать РБК новые, иначе дальше они будут очень жестко сосать. Вообще, остались какие-то РБК? БКшные? Терраса магистров. И все? Угу. Ну да. И при этом, да, уже получается ЛК, даже контент старый, который... Требукаши классический, походу, даже контент переделывать. Блять, потом мне опять уебались панельки с бафами. Надеюсь, старые таймеры вам будут показываться. Эх, вот бы рейды. На 40 человек. Вот эти. Че за хуйня? Которые проходят в 20. Вот бы. Миллион бафов собираешь просто и идешь. Рагнароса там. 40 человек стоять бить. 40 лет. Миллиард. Так это... Здорово, что там есть место на ОБТ? Да. Сложный вопрос. Да, короче, посмотрим, что по мобам вообще. Ну, по ему. Все еще так быстро. Ну, по ему, да, я не знаю. Что у нас есть? Фир, рут и хекс. Шип. Ты установил то, что я тебе скинул? Ну, то, что скинул я. Блять, не помню, по-моему, да, Лех? Сегодня. А им урон понерфили или только ХП? А хуй знает. ХП, по крайней мере, понерфили, все остальное. Сейчас все увидим. Станы. Десарм еще проверьте тоже сразу. А, господа кикеры, один из вас должен быть постоянно на боссе. А, скорее всего, табуреточ желательно на босса и поставить. Иначе танк, который будет танковать его, будет ловить все диспелы бафов в раз. Вообще все. А еще касты каждые 12,5 секунд.
Боссу нужно тикать каст. Иначе он будет диспелить все шапи в радиусе 10 метров. Поэтому... Сейчас даже скажу, какой каст. Да почему кринж-кирь? Просто нормальный босс, который будет от игры. От нажатия кнопочек, а не от ДПС умирать. Ну, там хуй знает, что с берсой, так что... Берса 4 минуты. Ну, и... Ну, сейчас на это можно. Сейчас на это можно вообще не обращать внимания. Да. Ты 10 раз еще забалансится. Короче, господа. Вот этот каст нужно кикать. Один 25. Больше секунды применения. Хорош. Каждые 13,5 секунд. Так что все мильги, которые решили тоже рядом стоять под боссом, увы. Что надо слушать? Так, чё? Энхик заходит и, наверное, стартует. Я могу, конечно, подержать двоих. Да, будет тяжко. Короче, посмотрим. А, ну... ну, конечно, сейчас не тебе говорю. Чувствую, будет 150 перезапусков. Посмотрим. На серии посмотреть, что работает, что не работает, блядь. Что, будем испытывать одного за рейд? Скорпидоха, ты где? Я купляю ЧБ на акустика. Понял. Ну, одного за рейд надо будет, потому что мы заебемся бегать, блядь. Желательно как раз таки друида. Совея. Слух. Тась, я не думаю, что мы долго будем жить. Угу. Да хер знает, просто там нужно мне накикать каст, иначе. Как бы похер на кого пока. Либо кто-то из сардачиков, либо миликов каких-то. Кто из РДДшников умеет кикать? Эники ели вареник. Именно умеет кикать, они, в принципе, присутствуют кик на классе. Думаю, это пиво. Пиво. Да.
демон Пэтом. Декумеру поставьте просто на босса, там же хватает ему по КД, не? Или 13 секунд не хватает? Ну сейчас все доползут и начнем. Должно хватать. Че, а чем ждем? Я релодую сейчас. И начнем. Я переставлял. Если что, босс не активируется, пока не нажмешь на камни. Да так. Проходите внутрь. Не, там чиги. Ну что, мы 10 человек за дверью оставим для реса, причем. Только... Чиги рез не умеет. Не предусмотрено. Чиги, скорее всего, кажется. Да. Ну, хер с ним. В принципе. Два вара есть, проверить. Да, запускаю все равно. Проверяете все, проверяете. Хоррор. Гизарм. Вообще все говно, которое только можно. Циклон, корни, масс корни. Сайленсы все абсолютно. Кип. Ну, ловушка не работает. Да, ловушка не работает. Ну... Конечно, прохиливать это... Подожди, они стоят хилиться в целительном дожде? Да, да, они исцеляются. В нашем целительном дожде. Хуй вы знаете в каком, но они хилятся. Тут душелова какая-то защищенная хилка. Паладина с ним не сбить. О, новые вышли. Неплохо. Чё-то мы не говорили, блять. Не, они говорили, что хп срезали и кикать можно, но что-то не кикается. О, ничего. Касты хоть одно, хоть один контроль прошел. Нет, Дусталоу попробовал хилку сбить, не можно. Ну, по боссу понятно, вопрос по трэшу. Стан в невосприимчивость, ловушки не работают, корни тайфун не работает. Короче, пофиксили не только хп. Спасибо. Очень интересно. Да, обманули, получается. Так фикс-то был, только вопрос. Ну, а залить забыли, походу. На лайф ОБТ. Да. Красавчики. Че, может записать? Может, как бухту откатили случайно там? Записываю, но не вижу смысла им что-то отправлять. Мобы гриппаются. Просто сказать, что ничего не работает. Не пробовали вроде. Я же говорю, попробуйте вообще весь контроль полностью, чтобы иметь понимание, что вообще нихуя не работает. Вот и до. Давайте. Грипп, сало. Мортрас, как, кто там хилку кидает из них? Душитель или душегуб, короче, вообще на видосе. Короче, душа что-то там. Вот у него был хил, и я попробовал сбить паловским станом, но он защищенный и не сбился. Да, попробуешь. Хил точно сбивать надо в любом случае. Ну надо. Че у нас еще нету? У нас еще нету локовского сбития. Давай поищем на магии отрыжку дракона. По-любому не вкачано. Ни одного, ни у второго. После второго у меня там вообще ничего не вкачано. Кроме шкафа. Сразу слепите где-то на коленке билд, который, ну, со всем возможным контролем в классе. Потому что вот такую хуйню надо проверять. Сейчас попробуем.
Ну, тот же самый фростовское говно, которое замораживает. Тоже надо проверять, смотреть, работает, не работает. Значит, попробую еще, конечно, блядь. Ну, чё, а дизарм тоже не работает, да? Хуй знает. Ща я ММом попробую позбивать им. Сориентирующий. Нужен самон. Ксюша, эфир работает? Скаф. Или я демон, я не кастил эфир. Кстати, теплое пиво. Работает вообще? Не слышно? Ага. Знаешь, точно бикнет. Плое. Неделя. Да, кого ты слушаешь? Ой, они 10 дней осознавали, что они никто не делают. Реально, этот мем, который сидит, короче, с чашкой кофе. Какой ОБТ, да, вот этот, а? This is fine, да. ОБТ, два ФК-босса и, короче, неубиваемый один нерабочий. Тестер. Четвертый не работает, и пятый не работает, потому что в четвертом еще больше костов. В пятом тем более. Ксюш, я отваливался, не увидел ответа. Фир, чё? Точечный. Койлом. Койл не работает. Остальное я по пути выставляла. Понятно. Попробуй Красноярск стрелять. Пока. Ну, я вряд ли думаю, что он работает. Не забили на него хер. Да, давно. Табуреты ж держи, вот это прямо на краю лестницы. А, ну, Венсдей, стой, не пуль сразу, это самое. Я попробую, как они выйдут, я не вкинуть. Чтоб не вывести. Нет, пока я не работаю. Глушилка не работает. Тут душелов, ну, короче, душелов. Ловушка их не замедляет. Ну, короче, не. Ну там я, блядь, пытки замедла толком не ложится. Контроль. Не работает. Не работает. Ж нихуя они не починили, блядь. Да. Только ХП срезали и все. Нет. Пуля стоит не просто так. На среду. Из-за стены МК выводит, если что. Может, конечно, посмотреть, что на первом сделали, а втором, но, блядь, чё-то я... То же самое. А что на первом? Ну они, блядь, на втором они клиф делали, да? А, кстати, давай посмотрим на первом, мне интересно. Там подкрутили вроде, да, я читал что-то тоже. Ну давайте, резать. Типа, а масс-реза нету, да?
Не рабынст, просто нам первого. Ты можешь поделать квестики с сайлансом на скиллы, прокачать гильдию. Интересно, не принеси подай там. Угу. Мой обуз, который я нашел с дальностью. Чисто через 4 месяца приходим, Максим докачивает 25-й левел, гильдия весь в поту. Сделал все квесты по доставке какой-то хуйни. Следующим, 4-м, 5-м и 6-м босса докачаю. Дим, грипп тоже не работал, да, получается? Нет, они 100% ко всему иммунны. Типа, тут поставки есть, закиньте себе поставки. Короче, они как были иммунные, так и остались. Да. Это ХП понизили и все. Скорее всего, они проебались тем, что пока мобы те, которые невосприимчивые, живы, у всех остальных адов иммун ихний сработал. Типа идут как аура, а не как... Я понял. Но что... прикол то, что в кодовой части, я смотрел по логам, этот иммун появляется только при срабатывании моба. Ну, типа, когда его можешь дамажить. Ну, не хер знает, как это работает в самом деле. Короче, пока это выглядит еще более инвалидной коляской, чем было в предыдущий раз, честно. По сравнению с Хиджалом, это еще большая помойка. Кстати, мне говорили, Асгарды как-то смогли убить от этих мобов, которые возле Акамы стоят, и босса побить. Они что-то придумали, значит. Да, там трэша не было в начале. В первый день, когда ничего не работал, просто еще больше. В теории их можно попытаться покайтить, но это же геморроя... Нахуй, пусть делают нормально, адекватно. Так, чё? Смотрим пиздюлинку. Господа милики, есть новички, которые не знают, где стоять? Я просто... Видишь, право, огонёчек. Ну, костёр. Вот там стоишь на максимальной РНЖ, который можешь бить. Что, Паша, попробуем в один кемп? Да, в один кемп. Ну, давай попробуем, встанем. Посмотрим, что за кемп. Да, естественно. Нахуй, я комбат висит. Че, у меня комбат висит? Так. Сейчас я выкину с инста и перетесну. Хочешь, приполню? Метку наводишь, она типа в двух этих слоях. Ну, по воде и по полу. Сейчас ассиста кинул. Смотри, вот возьми любую метку, попробую на воду навести. Это просто отражение. Это отражение, Паш. Ну так раньше этого не было. Получается, добавили, вот над чем они работали полгода. Обычно в воду просто проваливается и все. Ну туда милики просто на максимальной РЖ, который вы сможете бить. Хотя вроде он писал, что он починил клиф жопой. Поэтому... Мы сюда пришли проверять, мы сейчас проверим. Да. Чё, где, почём? О! Унх. Те самые 1000 стаков водоворота за один удар. Да. Они скатили. Я, по-моему, эпичнее, чем доспех Лобка, который хилил все БГ, блядь, ничего не было. Был самый грандиозный фейл с их стороны. И вот интересно, они стенки будут ставить или, ну, типа, так и будет, то, что можно хуй забить на первом? Ворота. То есть и первого, и второго придется убивать, получается? Пока ты первого не убьешь, второго ты не сможешь. Какая досада. Там выше есть ворота и трубы.
На трэш похуй. Хотя как похуй. Тоже. Закинут трэш, который мы не видели, который просто будет ебать. Фарм репы опять 24 на 7, да? Зачем? Ну там же на реликвии 303 или какие-то, да, там говорили. Ой, блядь. Я больше всего беспокоюсь, что он... Уж по нет реликвии, поэтому похуй. Там как вроде ЛК. Как все эти слоты будут, и арбалеты, и жезлы. У них уже 303. Нормально, у меня там есть 303 жезл, но не надо. Очевидным эффектом, типа, вместо статов. Я, опять хантам, хантами пулю завезли, хантами еще оружку завезли, а ничего. Авару завезли чупа-чупс. На палочке причем. Да. Поехали, ладно. Давай посмотрим, что они с Кливом сделали, есть он или нету. Сейчас увидим по трупам миликов. 5, 4, 3, 2, 1. Мы же до этого не брали. Что, надо подойти близко, чтобы проверить, есть ли Клив? Давайте я подойду. Ладно, жмяк подошел. А он уменьшил рейндж у его. А-а-а. Потому что же нельзя так далеко. Или босс что дальше? Ну, босс не двигается вообще. Ну смотри, водичку он в один таргет кидает. О, после вот этого обычно Клив. О, это этот самый Клив. Починили, а, пацаны. Да, починили, да? Клива жопой нет, вообще нет. А он не жопой, он развернулся и вперед клигнул. Он просто не успел отвернуться обратно. Это считается Клив жопой. Все нормально. Все хорошо, они все пофиксили. Клив жопой. Убрали. Это я вырежу кусочек, скину им, конечно. Может, они просто реально залиться были, там, знаешь, это... Ну, похоже, на ком на туре. Так, да, блин, не, ну если реально он будет так разворачиваться, типа кливать, ну типа отойти можно будет. Ну, да, не, они... ногу бить, не, как это убить-то понятно, но просто они это вроде как пофиксили. Ну что, пришли посмотреть. Попытка номер два. Как что попытка? Ты думаешь, это мы все что-то не так сделали? Ну что, отходи. Да, да, он короче разворачивает просто ближайшую цель. Короче, я думаю, они просто забыли в натуре залить, потому что ничего из того, что они написали, не работает. Буквально ничего. Нет, они залили, знаешь почему? ХП меньше стало моба, да. Нет, РНЖ у этого босса была около костра, а теперь тебе нужно подкрыть еще больше. Как такое возможно тогда? Как такое возможно? Ну смотри, вот он, это... Типа, как дороги, типа, нанесли на карту, а построить забыли? Ну почти. Ну вот он пропиживает. Все нормально. Идем дальше, я пока собираю логи. Все хорошо. Мне не нравится этот тон. Шла третья неделя ОБТ. Где там любимый дистровский мемасик вот этот вот? Я сделал хуйну. Кстати, он же должен был увеличивать количество игроков, на ком проклятие кидается. Да. Ну, сейчас три. А там вроде, да, с процентами ХП больше не было. Ну, так оно должно было... Ну, три. Сейчас кидается по три постоянно. Ну, 70%. Сейчас этим. Они еще обосрали. Они, походу, еще увеличили не по 20%, а по 10%. Пиздец. О, вот теперь 5. На 6%. Они увеличили. Сейчас уже 30. Да, они походу переебали все. Че, подожди, на втором они что не делали или нет? Втором, да, тоже что-то делали. Увеличили хитбокс. И, короче, какое-то проклятие, короче, на танков не спадает или что-то такое там писали. Ну, там не на танков, там при смерти. Проклятие то, что... А, вот то, что я ходил, я понял. Позорим этим, ну... Ну, прям... Странновато идти, если честно. Раньше это мы его хоть убивали. Да нет, вроде все нормально. Да? Нет, ты про проклятие, скорее всего. Боссальный удар. Здорово. А, который прохиливается, нормально все. А чё, Лёша, так это... Понятно, по какому принципу-то на танков не накидывается? Пузырь на втором боссе. Чё ты написал, Лёх? Я думаю, хорош.
Давайте, падайте. Мы в прошлый раз думали, что по агро, но там было такое, что типа первые танки, ну, первые там, второе, третье были не танки, и все равно на них не накинулись по хпшами. Давай, срезаемся, пойдем на второго еще посмотрим, на цирк. Посмеемся и спокойно пойдем с вами заниматься. И пешку накину на лайфе. Можете сейчас попробовать второй и третий танки набирать? Агрой посмотрим, на вас накинется. Пузырь или нет. Вот. А, кстати, там Дизерон писал, что те же самые баг-репорты не в счет. Они ничего не сделали. Как это оценивать? Мозг уже не заебете, мой. А что, вам что-то дали по бонусам вообще за всю эту хуйню? Бонусы только. Хуй дали, да. За все. Нам дали фикс классный. Раньше хотя бы на Макс Рэнже можно было стоять бить. Ну да. Сейчас на Макс Рэнже активнул, типа? Ну да, они уменьшили эту самую Макс Рэнжу, понял. Теперь она не так далеко. И теперь просто, ну, отбегать надо, или что, ну, блин. Просто бегать каждый удар, кринж. Да не, ну, как бы. Он кливает любого, кто подходит не танк в рэнжу. А может его, типа, это надо делить вообще? А что, если РДД стали бы правее, типа, а милики больше слева? Не-не-не-не-не, Мортрис, он именно в меня. Дайте еще раз мамонта, кто там? Я когда резнулся, он четко в меня развернулся, посмотрел. Ну, ты ж типа кастер, понял? Я им бил, что он в кастер. Лёх, ты можешь радиус этой хуйни посмотреть? Ну какой максимальный тип радиус? По спеллам. Чего? По спеллмаску. Ну вот этого клива. То есть до какой рейнджи он клив выбирает? Надо посмотреть. Ну, я думаю... Смотрите, там есть анимация у клива, вот это вот, трение, она там, наверное, ну, не знаю, градусов 90. Да нет, может, анимацию, может, на нее рассчитывать не стоит. На то, что визуально, нет, ты поймешь, какая. Нет, она визуально всегда нормально показывает. Просто, типа, она поворачивается на рандомного милика. И поэтому, если там будет стоять, грубо говоря, 4 группы, то есть впереди танки... И они по очереди умирать будут. Нет, и три группы, и типа, когда он кастует, одна группа придется бегать. Да не, это проще тогда кучей стоять и всем всегда бегать, чем тебе надо, ну, чем тебе надо успеть понять за секунду. Он не в рандомную типа, цель дает. Тут он нет рандомный. Ни одного рандомного скилла. Тут всегда скиллы ограничены той или иной хуйней, поэтому можете сейчас даже голову не забивать себе. Посмотри, Лех, максимальную рейнджу, ну, максимальный рейндж каста. По спалам потом. Лайк мне напиши. Конус 30, но рейнджа интересно. Ну, все нет, понятно. Я думаю, 15. Прямо там, где я так же самое, где я тогда стоял на прошлом КД, там же самое и выйдет. Ну, просто может выбирать по этому, ну, по дальней точке. То есть по мили-зоне, но по дальнему. Или наоборот, по мили-зоне, но по ближнему. Вот это важно. Если он будет бить по дальнему, то... Ну. Считай, что мы сам догадаешься. Как обычно. Да, это вообще такой кринж. Че, давайте подходим. Подходим и стартуем. Так понял, еще колоссальный удар, он между, допустим, мы стоим под лицом трое танка, три, и он делится. Нет? Не он же разворотом всю мелизону положил. Если бы он делился, там ваншота не было, конечно. Ну да. Ну ладно. По Ване колоссальный удар 45 тысяч, и по мне тоже, типа по чихе, по всем 45-50 даже. А Вайни соло стоял. Да, еще соло, да, потом. А мы все кучей. Это, а можете первые, ну, второй, третий танк не набирать секунду? А кучнее стать можем? Или как говно будем растянутые? Нахуя его вперед, наверное? Оцените кучу, милики там.
Анхоли на тебя накинулась? Да. А ты был вторым по агру. Значит, не по агру. По хп, по. Чё, если всем перебиться, а хп ни на кого не накинет. Да. А можно стрелять? Давайте, пожалуйста, дискать эти вещи. Милики стрите, сейчас надо будет подкручиваться. Чё там дохуя до миликов? Милики просто перебегают, ничего не надо крутиться. О, хитбокс натуре увеличили. Встретили, я стою ваш. После следующей надо двигать, да? Да, миликов не достаю. Далеко. А сейчас он кинет следующий каст, и можно его сдвинуть будет. Сдвигайте. РДД, два шага назад. Ну слушай, с шеи Зорта нормально, в принципе, я хп не теряю, ты еще потерял где-то, но это не от нее. В принципе, вроде норм. Тут еще и другие есть характеристики, поэтому можно даже из шеи играть. После следующего каста нужно будет продвигать. Двигай. Уже двигать. Ну, как будет возможность. Ну. Двигайте, Дим, двигать. Боб. Не назад, а боб. Блять. Сейчас. Стой. Хватит. Ну, сразу нужно перемещать. Отодвигай его чуть-чуть. Не, можем представить самым. Вам лужу насрали под ноги. Это я насрал, потому что... Видел, что это насрал. Дайте кубаренки БР. Проверим заодно. Все. Настя, по Венсдей, Венсдей... Танков нет уже. Далеко я. Ну, он такой же. Ну, можно, сейчас я слетаю в хп. Ничего не поменялось. Кстати, не пофиксили лужи. Ну, не лагает. Да, больше, да. Тоже брать внимание. Я с патчем. Момент есть. 100 FPS это на боссе, это... Редкое исключение. Вы, в принципе, его перемещаете два раза в бок. Потом ведете его в обратную сторону, чуть поднимаете опять так же. Значит, опять затуп с перемещением босса. Что, будем еще? Да, все. Ну, как бы босс... еще разочек я хочу. Зачем? Кинуть хп. Хочу хинуть хп, посмотреть, на меня закинет или нет. Пузырь. Тебя закинет, потому что там идет проверка по... А, блин, так я же спрашивал. Спеку. А, ну тогда ладно.
Я тебе так. Могу еще там проверка по спеку, потому что таких вот... А у медведей? Ну давай, погнали на лайв. Медведь, скорее всего, тоже. Не, у медведей есть свои же. Ну их потому что, типа, она кота обнакинула? Или как-то? Там может быть две проверки по хп и по спеку. У него, наверное, есть, обе ловкий кот мог бы избежать. Ну ладно. Ну, если там хп, к примеру, 1050, то кот может, по идее. Ну, типа, ну, в медведя ловко, танковскую пуху одеть, а потом поменять. Ну да, типа такого, на смысл. Ну, щиточек да. Не мешает коту. Ну да. Что я могу тебе предложить? Короче, по сути, они толком, ну, мало что сделали. Мало что сделали? А что они сделали? Ну, убрали лаги. Пухнули в лужу. Убрали лаги, блядь. Не, ну, кстати, за лужу респект. Молодцы. Типа, боссы, где 70 FPS, ну, блядь. Не, ну это да. Моё почтение. Это приехать. На предыдущих, хотя на первом лагают. Ну, не так, чтобы прям вообще сказать, как на Зорте. А мы все? Давайте шустрее логинимся. У меня нет цели. Тьфу, я им нарежу кусочки со сбивающимися костами. Исправленным клеем. Ксюша, проснись. Сейчас сахару мне выкинула. Ну, там, я тебе говорю, там если это аура работает, ну, это не должно аура работать. Посмотреть, да, посмотреть это можно, да. Так, все, все на месте вроде бы. Отчисление дал, может быть свободно. Отчислил. Угу, всем пока.